нас сьогодні завітала головний режисер Палацу культури «Молодіжний» Надія Сербул. Вітаємо вас! Здравствуйте! Вже традиційно напередодні новорічних свят у нас в студії ви повідомляєте нашим телеглядачам про молодіжну зимівку. Цього року вона має назву «Перезавантаження». Здравствуйте еще раз, очень рада быть в вашей студии. Спасибо, что приглашаете, следите за нами, это очень приятно. Завтра мы открываемся. 23 числа у нас будет большое начало, большое открытие. Тем более в этом году молодежная зимовка «Перезагрузка» работает вместе с администрацией Ингульского района. Это уже городская... Подвижная сила. Да. Это уже будет елка всего Ингульского района. Наша такая площадка зимних развлечений для жителей нашего района, конечно, и для всех горожан, потому что мы первооткрыватели. В прошлом году мы были первыми. Вот, и мы очень рады, что такой старт мы дали для всего города в этом году. Это уже просто Николаев сверкает, блестит, столько площадок интересных. Мы рады, что мы вот такой толчок стали гарным прикладом. Да. Ну, мы считаем, что да, может быть, вот такой толчок мы дали. Вот. А перезагрузка, потому что в этом году мы уже учли все, я не скажу, что были ошибки в прошлом году, но мы, кажется, очень неплохо стартанули так. Вот. Некоторые нюансы мы учли, и в этом году полностью перезагрузили нашу зимовку, и с завтрашнего дня мы приглашаем всех посмотреть, как же это все вы сделали. Вот, у нас будет королевство новогодних сказок завтра в 16:00 вместе с Ингульской администрацией, с Ланой Николаевной Гладун, которая подготовила для каждого ребеночка маленький подарочек такой, да, ну это, ну я не буду открывать секреты, завтра мы об этом расскажем, вот, но знаете, что для деток, для всех деток Николаева, которые придут на наше открытие, будет маленький такой сюрприз, помимо, естественно, большой шоу-программы. Я думаю, что подарунок, это не только для детей, взагалі вся зимівка, это подарунок для жителей не только Ингульского района, а и всего города, потому что вы уже є брендом, до вас завітає дуже багато гостей, а чим же будете дивувати на відкритті зимівки? Для того, щоб трошки перейти на новий щабель, тому що треба ж на голову вище вже цього року. Да. Во-первых, їда на нашей зимовке, на нашей рождественской ярмарке, это тоже будет большой плюс. В прошлом году у нас больше сладких было, угощений. В этом году мы учли вкусы всех, потому что мы знаем, что люди пришли, они придут с хорошим посылом, хорошо повеселиться и покушать. Поэтому у нас очень разнообразное меню будет в этом году. Мы на это сделали большой акцент. В прошлом году у нас было одно, в этом году мы по мяску. У нас очень много предпринимателей, которые... Мы в этом году вообще мы не стремимся заработать. У нас нет такой возможности, мы работники культуры, мы работаем для горожан, поэтому у нас для того мы делаем, чтобы люди действительно на самом деле отдохнули, забыли о всех заботах, их много, особенно к концу года их накопилось такое количество, поэтому полностью развлечься, покушать, развлечься, детки развлекутся, взрослые тоже. Мы делаем акцент на молодежной зимовке, поэтому у нас постоянно будет работать MC и диджей, очень разные. Мы пригласили целую плеяду MC, диджеев городских, с разных клубов. Тобто холодно не буде, можна буде гарно порухатись. Да, будет очень горячая зимовка, такая клубная жара у нас будет обязательно. Вот клубная музыка, поэтому мы очень ждем. Скільки буде тривати ваша зимівка, перезавантаження, скільки днів можуть святкувати миколаївці? Ми будемо радувати з 23 по 8 число, 8 января наступного року включительно. Вот, якщо буде соцзаказ, і ми будемо бачити, що людей багато, і вони хочуть далі празднувати, може бути, ми захватимо і до старого Нового року, вполне може бути. Але поки ми розраховуємо до 8 числа включительно. Буде різдвяна програма 7-8 числа, поэтому обязательно ждем. А так мы работаем каждый день. Детский каток. Мы сейчас делаем акцент, что это детский каток, потому что у нас теперь есть большая профессиональная арена на Соборной площади, а к нам мы приглашаем бабушек, дедушек приводить малышню, да и в принципе, кто еще ни разу не стоял на коньках, приходите к нам, можно очень хорошо научиться ездить, а потом уже блистать на большой арене, ледовой арене на Соборной площади.
Про відкриття зимівки ви з нами поділились, а от про закриття. Ви сказали, що будуть різдвяні мотиви. Поділіться з нами, можливо, якимись секретами, що готуєте. Ні, секрети не розкажу. Пусть буде сюрприз. Ну, єдине, звісно, проанонсую, що у нас є замечательний наш хор «Заряниця». В цьому году його руководитель Вікторія Максимчук стала заслуженим работником культури. Вона дуже відомий чоловік. І, звісно, як обладає таким замечательним ресурсом, як наш хор, вот на него мы делаем, ну, как колядки бы... будут. Да, да, да. А ось щодо цих днів, коли ми вже сказали, що буде відкритий каток, яка ще розважальна програма буде представлена, як можуть розважатися миколаївці впродовж новорічних свят? У нас площадь буде зимніх розвлечень, різні атракціони, але зимні направленості, дитячий каток. І от все-таки в прошлому году ми робили дуже багато концертних програм. Ну, наші дітки, наші колективи робили концертні програми. Ми учили от цей якраз нюанс, що ми не хочемо зараз сильно морозити наших діток, і тим більше, що аудиторія різнообразна, і не всім цікаво тільки діток дивитись. Вот. Ми робимо ігрові програми для дітей, щоб їм було цікаво, каток і розвлечення. На різну аудиторію. Да, да, да. А чуть далі, по временним рамкам, ближе к вечеру, у нас буде дискотека. Дискотека, от то, що наші клубні діти. Я думаю, зараз усіх турбує питання зустрічі Нового року, 1 січня, що готуєте для миколаївців у новому році на новий шлях? Обязательно 1 числа ми будемо робити большую-большую дискотеку. Мы еще по времени не знаем, когда мы будем начинать. Мы не решили не делать 31 числа непосредственно в зимнюю, ну, новогоднюю ночь. Мы знаем, что все горожане поедут. В любом случае, те, которые выйдут на улицу, они поедут на Соборную площадь. Вот. Они там развлекутся, вот, а 1 числа мы уже ждем их к нам. Вот, у нас будет что покушать, у нас будет как повеселиться. Конечно, и на Соборной площади, но здесь мы уже рассчитываем, что жители района 1 числа, выйдя на улицу, они придут к нам. И у нас будет тоже большая дискотечная программа, развлекательная программа. Очень много призов у нас запланировано в это время. Вот наши предприниматели готовят сладкие призы. И не только сладкие призы. Вот поэтому у нас такое сотрудничество. Они нам представляют замечательные призы. Поэтому никто без сюрприза не останется. У вас будет сукупність и хлеба, и видовищ. Совершенно верно. Вы поняли. А еще до часовых рамок, с которой годинки, до котрої буде тривати зимовка? Рассчитываем, детский блок будет начинаться около 5 вечера, и с 6 до 10 вечера практически каждый день у нас будет вот такая клубная тусовка. Дякуємо за створення новорічної атмосфери у нашому місті, в Інгульському районі. Мені, як жителю Інгульського району, особливо приємно. І наразі я пропоную вам звернутися з передноворічним привітанням до жителів нашого міста і ще раз таки запросити на молодіжну зимівку перезавантаження. Дорогі миколаївці, я цієї душі від імені всього нашого великого колективу Дворца культури молодіжної поздравляю вас з наступаючими праздниками, новогодніми, рождественськими праздниками. Желаю вам всього, ну, большой удачи в жизни, большой удачи, здоровья вам крепкого и вдохновения, и самое главное, мира нашей стране, нашему городу, чтобы все катаклизмы прекратились и наступила вот такая благодать. И мы ждем вас, мы работаем для вас, мы вас очень любим, почувствуйте нашу любовь, мы вас любим, мы вас ждем. Завтра в 16 часов мы стартуем. Дякуємо вам, и наостанок я пропоную нашим телеглядачам невеличке промо-відео запрошення на молодіжну зимівку перезавантаження. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради і Миколаївський міський палац культури молодіжний презентує «Молодіжна зимовка. Перезавантаження». Шоу «Відкриття зимовки» відбудеться 23 грудня 2017 року о 16:00 на площі перед палацом культури молодіжний. Миколаївців чекає різдвяний ярмарок зі смаколиками, дитяча ковзанка, майданчик зимових розваг та вечірні танцювально-розважальні програми для дорослих. Емоції не купиш за гроші. Ми даруємо їх вам безкоштовно.